Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Собрал я автомобиль Кугуар. Такой вот получился красавец. Очень интересная машина. Довольно немаленькие габариты у данной модели. На полке займет достойное место и будет хорошим украшением вашей коллекции. Автомобиль очень понравился, сборка понравилась без всяких проблем. Ну, сама модель очень красиво смотрится. Сейчас подготовлю его к покраске и начнем делать в этой серии пришейдинг. Или более затемним модель. Видите, все хорошо крепится, хорошо держится, отличная стыковка. Сейчас все держится на сухую. Уже после покраски все заклеится намертво. Двери делал закрытыми. Долго думал, как лучше, но решил все-таки салон не показывать. При желании его можно будет немного рассмотреть через стекла. Такая вот пулеметная точка. Сейчас разведу краску и начнем красить. Подготовил автомобиль и красить буду черной матовой краской XF1 фирмы Tamiya. Для чего я это делаю? Ну, наверное, больше для себя, чтобы избежать потом в дальнейшем непрокрасов, ну и сделать более интересный переход от темного цвета к светлому. Ну, кто видел до этого мои покраски, те понимают, о чем я говорю. Ну, приступим. Начну с днища и перейдем в ускоренный режим.